Качество услуг, которые сейчас предоставляются в электронном виде, не должно вызывать нареканий. Пользу от их внедрения уже скоро почувствует большинство россиян. О том, как выполняется эта работа, сегодня обсудили на конференции, которую в режиме видеосвязи провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Участие в ней принял глава Чувашии Михаил Игнатьев. Процесс перевода муниципальных услуг в электронный вид в стране начался несколько лет назад. Планка поставлена. Через 5 лет 70% россиян должны обращаться за справками и документами через интернет-порталы. Пока онлайн-сервисами пользуются 25% жителей. Ситуация должна измениться в ближайшее время. Качество электронных услуг постепенно должно повышаться. Исполнять запросы граждан необходимо в сжатые сроки, максимум за 15 минут. Должен быть упрощенный процесс регистрации на портале государственных услуг. Это позволит значительно увеличить количество пользователей. Я напомню, что у нас есть целый ряд показателей, которые мы планируем достичь в соответствии с нашими планами, включая такой показатель, как уровень удовлетворенности людей качеством государственных и муниципальных услуг. Там поставлена очень высокая планка, не менее 90%. А для граждан, которые получают такие услуги в электронном виде, не менее 70%. Поэтому это, в общем, задает необходимый режим работы. В Чувашии в электронном виде гражданам предоставляют 69 видов услуг. Причем получать их могут не только пользователи интернета. В столице республики и даже некоторых районах установлены специальные терминалы. Но пока личный кабинет на сайте госуслуг имеют более 17 тысяч жителей. Большинство приходят за справками в многофункциональные центры. Наиболее часто используемые и востребованные услуги – это получение заграничных паспортов, получение водительских прав, прохождение техосмотра. Самыми востребованными услугами являются услуги ЗАГСа и служба занятости. Но на спрос должны оперативно реагировать и специалисты. Работать по-новому необходимо научиться всем чиновникам. От бумажной волокиты граждан освободят в ближайшее время все ведомства. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.